Здравствуйте. Цены на золото идут вниз, так как инвесторы сворачивают позиции параллельно с более широкой распродажей на фондовых рынках. Хотя аналитики отмечают, что привлекательность драгметалла, как активоубежище, остается высокой на фоне опасений о рецессии в США. Спотовая цена на золото снизилась до $2423 за тройскую унцию. В заезженном высказывании о том, что при обвале все корреляции стремятся к одной, есть доля истины, и поскольку трейдерам приходится ликвидировать выигрышные позиции. Чтобы покрыть маржин колла по другим активам, волатильность золота сигнализирует об уровне паники на фондовых рынках, сказал агентству Reuters аналитик Адриан Эш из Bullion Vault. Вероятно, есть сопротивление на старом пике, но геополитическая напряженность и опасения о том, не отстает ли Федеральная резервная система США от кривой, поддерживают золото, сказала другой аналитик Рона О'Коннелл из StonePix.